Фонтан на памятник архитектуры. Так, фонтан работает, но он сейчас выключен. Не знаю почему. Вот такая группа, такое количество людей. Вообще обалдеть. Да, мы здесь стояли, а фонтан я даже не видела. Так, небо. То солнышко, то прям дождевые тучи. Непонятно. Так, сейчас мы здесь Кларки будем слушать экскурсовода. Федор Алексеевич, он, ну как у него охота, вот то сельскохозяйственной деятельности, у него была большая охота по строительству. При нем кремлевские башни стали надстраиваться вот этими шатрами. Ну и здесь вот он занялся сооружением государева двора и царских хоров. От того периода остались вот ворота. Мы стоим у Восточных, они парадные, потому что от царского двора, от царского уезда, ближайшие трехарочные с гранёной башенкой. Объект культурного наследия регионального значения — усадьба Измайлова. А так выглядят въездные ворота. Сейчас мы направляемся к семейному корпусу, памятник архитектуры 1856-1859 год. Архитектор Быковский. Да, уже Быковский, да. Чудесно, конечно, здесь очень-очень зелено. Прекрасно подстрижен газон. А вы знаете, по зелени я как этот, как коса тереза. По траве, по яблокам. По цветам. Опять наша группа. Все вместе собирается. В кучку, в кучку. Так вот, дерево такое. Бугристое. Покажу его. Вам молодой человек, он стал государем, ему еще не было 16 лет. Это вот некий портрет голландского художника. Вот так он выглядел. И он занялся здесь строительством в Измайлове. То есть вот получится этот фонтан. А вот здесь, где Раймария, там вот там получается, вот примерно в этом месте, был поставлен царский дворец. Вот и закончилась экскурсия. Не поймешь, небо, я же говорю, вроде светлое. Мы боялись, что дождь пойдет. Вот. Подошли мы к таким розам. Вы знаете, что я их очень-очень люблю. Вот. Экскурсия бесплатная, но было написано, благотворительность приветствуется. Я первый раз, я уже говорила, я первый раз на такой экскурсии. И, естественно, не знала. Смотрю, в конце экскурсии люди дают немножко там кто-то что-то. Ну, я перевела денежки. Человек, конечно, трудился. Она 2 часа без остановки нам очень-очень много всего интересного рассказывала. Вот. Поэтому, естественно, благодарность, труд должен оплачиваться. Я здесь согласна со всеми. Ну, там цена не указана. Я просто спросила, сколько. Они сказали, ну, сколько можешь. Так что, вот такие дела. Мне очень понравилось. Мне очень-очень понравилось. Так, здесь на этом месте стоял царский дворец.
деревянный дворец царя Федора Алексеевича, возведенный в 1676-1681 годах. Впоследствии был разобран, перевезен в село Воскресенское на Пресне. На этом месте в 1680-м был построен новый дворец, напоминающий дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. Был разобран в 1765 году. Служебный южный корпус. Это вот рассказывала экскурсовод, что когда пришла к власти Екатерина II, ей Измайлово было совершенно неинтересно. Посетила я местный туалет, даже здесь картинка есть, видите? Чистенько, хорошо, отлично. Вот я красавица. Сидела я в местный туалет. Ух ты, даже вода там теплая. Представляете? Так что я говорю, что Екатерине не было интересен. Не было интересно Измайлова. И она просто разбирала дворцы. Просто разбирала. Ни реконструкции никакой не проводила. А разбирали кирпичи, камни. Строили там новые здания. Так, белочка за дерево спряталась. Здесь белок очень много. Вообще в московских парках бывает, мы где вот не были, всегда мы видели белочку. У меня есть очень-очень хорошее видео про белочку. Если хотите, загляните мой канал, пролистайте. Там прям полностью видео посвящено белочке. Ух ты, моя сладкая. Ух ты, моя золотая. Ух ты, как она. Утик-утик. Утик-утик-утик. Да. Вот вам и от Романовых до наших дней. Она прям позирует. Прям ко мне, ко мне, ко мне. Надо же, а? И не боится. Сейчас грызанет, что ли. Ух ты. Чудо мое. Хвостиком мужчине побежала. А у нас покушать тебе нечего дать. Очень плохо. Я... Ух ты, ух ты, ух ты, моя золотая. Ух ты, ух ты. Видите, я не могла вот, включить постоянно на экскурсовода, слышать, чтобы слышали, что она, и я в том числе. Но я-то слышала, о чем она говорит. Вот эти кусты, они скоро будут белые. Видите, зацветают. Или отцвели уже. Они отцвели. Ой, лето прошло. А я все жду, когда цветение начнется. Ну, это по моей части. Это по моей части. Видите, миниатюрные такие хризантемки. Сентябрины их еще называют. Чудесно они смотрятся здесь, на этой, в этой вазочке. Так, сейчас я вам скажу, что это памятник Петру Первому, 1998 год, скульптор Кербель, архитектор Лебедев. А? Совсем недавно все восстановили, надо же. Так, мы с вами были, это царская усадьба Измайлова, 17 век, строители Иванов, Кузнечик, Макаров, Мымкин, Фомин, Измайловский сапарский заповедник, системой прудов, плотин по реке, серебровки, серебрянки, как ее раньше называли. Так, а это чугунная арка, памятник архитектуры, 1859 год. Главный въезд на территорию Измайловской военной богадельни. Арка установлена на средства купца Сорокина. Вот она. Оказывается, она чугунная.